16-летний подросток тяжело пострадал, попав под колеса автомобиля. Юноша вышел на дорогу перед близко идущим автомобилем, так что водителю этого авто показалось, что мальчик специально бросился под колеса. Авария произошла в минувшее воскресенье около 10 часов вечера в поселке Бобровском Сысерского района на 9-м километре автодороги Арамиль-Фомино. 50-летний водитель «Субару» направлялся из поселка Колос в город Арамиль, когда неожиданно для него со стороны левой обочины на проезжую часть вышел подросток. По словам водителя, он максимально принял вправо, но наезда избежать не смог. Водитель, управляя транспортным средством «Субару Импреза», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги слева направо перед близко идущим транспортным средством. В результате дорожного транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в городскую больницу города Екатеринбурга номер 9. Подросток был доставлен в Екатеринбург в состоянии комы. У несовершеннолетнего, по словам медиков, имелись признаки алкогольного опьянения. Как удалось выяснить полицейским, мальчишка, житель Бобровского, возвращался с прогулки. В момент ДТП был один. По всей видимости, юноша вышел на дорогу по причине того, что тротуары в этом месте не были очищены от снега, что делало невозможным движение по ним. Водитель «Субару» был трезв, но не безгрешен. В ходе проверки за ним были найдены 17 неоплаченных штрафов. По 6 из них, имевшим максимальную просрочку, были составлены новые административные протоколы. Всего же 50-летний мужчина за 34 года, прошедших с момента получения им первых водительских прав, заработал 195 протоколов об административных нарушениях. Примечательно, что всего днем ранее на том же самом 9-м километре дороги Арамиль-Фомино, в том же Бобровском, также под колеса «Лада» 14-й модели, управляемой таким же 50-летним водителем, угодила 83-летняя женщина. Пенсионерка вышла на дорогу среди бела дня в месте, обозначенном как регулируемый пешеходный переход, но не была замечена автомобилистом по причине высоких сугробов, окаймляющих проезжую часть. В случаях обоих ДТП инспектора вынесли предписание руководителям дорожных служб за некачественную уборку снега.